Здравствуйте, с вами Иван. И сегодня будем подключать вот этот сенсор для движения. Получил я его от Китая. Тут есть вход для питания, плюс и минус. Питание может быть от плюс 5 до плюс 20 вольт. Посередине это выход, он на 3,3 вольта. Буду использовать вот эту макетную платку. Включаю питание на платку. Буду использовать вот эту линию для питания. Джемпер включен на плюс 5 вольт. Но хочу убедиться, что там питание есть. Именно оно 5 вольт. Питание есть. Включаю сенсор. Например, выбираю вот тут. Включаю минус и плюс. Осторожно, чтобы не поменять места питания. На выход включаю светодиод, плюс на выход и минус на минус. Но вот он сразу загорелся. Оставлю. Очень маленькое движение и он включается. Вот. Ну, сенсор работает. Плохо, что выход очень слабенький. Но вот эти 3,3 вольта вы можете использовать, чтобы подключить к нему какое-то реле или, например, семистор, там какой-то дополнительный драйвер, чтобы увеличили нагрузку. Так что вы спокойно можете подключать какая-то светодиодная лампа. Товар очень дешевый и легко можете автоматизировать включение разных ламп там в коридор, на лестницу или где-нибудь. Если вы не хотите заниматься с разными ключами. Но тут потенциометр для времени очень чувствительный, и когда немножко вы увеличите сопротивление, время очень много увеличивается как-то в экспоненциальной функции там, так что там очень осторожно надо настроить время. Ну, все, что хотел показать. Товар интересный, дешевый, аттрактивный. Ссылку поставлю, конечно, под видео. Подписывайтесь на канал. С вами был Иван. Все, пока.